День добрый. Здравствуйте, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы начинаем работать по новому инструменту, второму очень важному инструменту, который для нас будет являться сайтом-одностраничником. Этих сайтов-одностраничников несколько. Сейчас мы с вами разберемся и начнем мы с такого сайта, как вирусная открытка. Значит, что я хотела сказать? Первое, мы должны понимать и знать, что для нас самое главное сейчас это Его Величество трафик. То есть чем больше людей мы привлечем на собственный блог, чем больше мы дадим им предложений всевозможных, тем лучше у нас будет идти работа, по монетизированию нашего блога. А, собственно говоря, не столько монетизирование блога, сколько монетизирование вашего бренда. Вот давайте посмотрим, какие же бывают вирусные, извините, сайты-одностраничники. Всего выделяют 4 сайта-одностраничника. Ну, их по-разному называют эти сайты мини-сайтами, сайтами-одностраничниками. Это не важно. Важна суть. Первый такой сайтик очень интересный и очень имеющий такие серьезные, будем говорить, серьезное значение для продвижения вашего бренда. Это сайт-визитка. Мы такой сайт будем делать чуть позже, и этот сайт у нас тоже будет выполнять определенные функции. Второй сайт – это сайт-воронка. Сайт-воронка – это сайт, который как в воронку, в песочную. Знаете, когда вот есть такое насекомое муравьед, оно в песке делает такую вороночку, и муравей, подползающий к этой вороночке, он падает туда и попадает в лапы вот этого такого песчаного муравьеда. Так вот, мы с вами, конечно, не будем съедать наших посетителей, но для нас важно, чтобы вот только зацепился человек за край этой вороночки, чтобы он, мы его смогли логично довести туда, куда нам нужно. То есть, или это до покупки какой-то, или либо это до там, клиентской базы, чтобы у нас была, или для того, чтобы человек стал у нас партнером. Следующая страничка – это продающая страница. Это тоже сайт-одностраничник, но это страничка, которая ведет к продаже. То есть мы создаем страницу, на которой мы усиленно рекламируем продукт, и мы его продаем. И четвертый сайт-одностраничник – это вирусная открытка. Вот каждая из этих одностраничников имеет свои определенные моменты, которые нужно очень тщательно разбирать и нужно знать, о чем идет здесь речь. Но цель всех 4 страничек одна. Цель, самое главное, это увеличение вашей подписной базы. Как только ваша база подписная будет увеличиваться, у вас сразу пойдет увеличение и продаж, и партнеров, и появление новых клиентов и так далее. То есть сейчас мы с вами создали блог. У нас этот блог уже в хорошем рабочем состоянии. Мы с социальных сетей приглашаем туда людей сейчас усиленно. То есть у нас первоначальный такой этап работы с социальными сетями. Но для того, чтобы более глубоко с ними работать, нам нужно еще использовать 2 инструмента. Первый инструмент – это одностраничник, и второй инструмент – это рассылщик, так называемый. Все, что мы сейчас с вами делаем и работаем в социальных сетях, и будем создавать всевозможные одностраничники, это все исключительно для того, чтобы увеличить нашу подписную базу. Вот это основная задача. Вот давайте посмотрим, как это делается. Вот я сейчас вам привожу схему. Схему работы одностраничника. Неважно, какого одностраничника. Но посмотрите, как это вот такая типовая схема, как эта работа идет. Обычно она начинается с рекламы. Помните, в Яндекс.Директе мы давали такие рекламки маленькие. И эти рекламки вели, опять же, на маленькие сайты-одностраничники. А там мы предлагали, ставили форму подписки, и там мы предлагали людям что-либо, куда-то подписаться, какой-то презент и так далее. Значит, первое, что первый шаг – это реклама. Второй шаг – это вот этот сайт-воронка или сайт-одностраничник. То есть реклама, человек попадает на этот сайт-одностраничник. И потом он там должен нам оставить свой адрес. Свой адрес и свое имя. И мы ему впоследствии будем отправлять определенную серию писем.
мы будем его заинтересовывать. Дальше с этой серии писем мы будем предлагать ему выход на наши ресурсы. Это блог, интернет-магазин, сайт компании, какой-то продукт продавать и так далее. То есть неважно, что у нас. И основная цель, последняя, это клиент. Для нас становится человек постоянным клиентом. Или это партнер. Вот это вот суть монетизации всего вот этого процесса. Вот теперь посмотрите, наша задача с вами пока рекламу не давать, деньги не платить. Мы сейчас с вами будем идти определенным путем для того, чтобы начать пополнять базу, потому что серия писем, переходы на наши блоги и так далее, ресурсы, это все будет у нас вот дальше, следующие ступеньки наши с вами. Сейчас наша задача это на первом буквально этапе привлечь к себе людей. И первая задача сейчас, вот самой первой вот этой вирусной открытки, которую мы будем создавать, первая задача это задача увеличить подписную базу. Посмотрите, где она увеличивается. Вот она где появляется. То есть она появляется вот здесь, вот в этом месте. То есть мы можем с вами исключить рекламу. Мы можем с вами сейчас пока не иметь какую-либо серию писем. У нас с вами есть блог. Вот сейчас пока на первоначальном этапе мы не можем терять время. Мы не можем там ждать, пока мы что-то сделаем, пока мы доведем, дошлифуем до ума, до конца все эти вопросы. Мы сейчас пойдем самым первым таким вот, самым простым путем увеличения притока посетителей на ваш блог, на котором уже может быть стоит какая-то подписная база. И делать мы это будем благодаря вот этому зеленому полю. Здесь написано сайт «Воронка». У нас это будет вирусная открытка. По этой схеме у нас потом пройдет и продающая страничка. По этой схеме у нас с вами пройдет и сайт-визитка. По этой схеме у нас пройдет и сайт «Воронка». Сейчас мы с вами будем заниматься вирусной открыткой. Это самая-самая простая и самая такая легкая возможность привлечения людей на ваш блог. Ну, давайте посмотрим, что такое вирусная открытка. Вот все эти четыре сайта, они все очень сильно отличаются друг от друга. Вот вирусная, праздничная, я подписала, открытка, это открытка, которую люди воспринимают очень положительно. Почему? Потому что мы с вами поздравляем. Мы поздравляем с такими положительными эмоциями человека. Открытка должна быть очень красивая. И вот когда вы поздравляете, а люди любят, когда их поздравляют, то они обязательно, практически всегда, эту вашу поздравительную открытку открывают. И открыв эту открытку, они ее воспринимают уже как такой положительный момент, который вы, какие-то вот положительные эмоции, которые вы передаете через эту открытку. А когда вы передаете такие эмоции через эту открытку, то создаются те самые очень важные доверительные отношения. Вы к человеку идете с добром, вы к человеку идете с улыбкой, и человек вас воспринимает точно так же. Вот вторым пунктом, видите, я написала. Ситуация такова, ведь такие праздничные открытки отправляются обычно близким, знакомым и не слишком знакомым людям. То есть вы можете это отправить абсолютно любому человеку. И кто знает, может быть, даже и близкий и знакомый человек, очень знакомый человек, который впервые увидит вашу поздравительную открытку, а на ней будет возможность перехода на ваш ресурс, он может первый раз перейдет на ваш ресурс и заинтересуется вашими вот этими вот возможностями, которые вы ему предлагаете. Эти открытки очень хороши в социальных сетях. И эти открытки очень хорошо работают в скайпе. То есть вы просто по скайпу распространяетесь, ну, естественно, с какой-то предварительной поздравительной фразой. Я думаю, что вы все это умеете уже делать. Вон, мне на Пасху пришло огромное количество открыток. Вы просто поздравляете с Пасхой, даете ссылку. Человек переходит по этой ссылке, видит ваше доброе отношение к нему и попадает в такую маленькую-маленькую вороночку, где вы предлагаете ему какой-либо подарок. Подарок к вашему вот этому поздравлению. То есть у вас не просто идет поздравление с доверительными отношениями, а у вас еще идет и презент внутри этой вирусной открытки.
Вирусная открытка тем и хороша, что, почему она называется вирусной? Потому что она распространяется как вирус, как болезнь. Если у вас открытка красивая, то люди передают эту открытку друг другу. И распространение идет очень быстрое. Давайте посмотрим, что здесь самое важное. Вот сама вирусная праздничная открытка, она хороша, она красива, вы там вложили в нее душу, но самое главное для нас с вами это сделать аккуратно, очень, ну как сказать, корректно, очень правильно, ненавязчиво переход на какой-либо ресурс, который вы можете предложить людям в качестве бонуса. Давайте посмотрим, какая, как вообще, что из себя представляет открытка, структура этой открытки. У открытки есть уже такие накатанные, определенные, отработанные блоки. И эти блоки нужно обязательно учитывать. Потому что, когда мы садимся делать какую-либо открытку, то сначала садишься и задумываешься, что же я здесь должна написать, что я должна сделать, и как это все разложить аккуратненько, чтобы это все было красиво. Вот посмотрите, блок наш, вспоминаете? У нас с вами есть хедер и у нас с вами есть футер. Вот точно так же и в открытке должно быть начало открытки и конец этой открытки. То есть у вас здесь в начале должна быть какая-то картинка, соответствующая тематике праздника, и в конце должна быть какая-то картинка, соответствующая тематике праздника. Открытка сама по себе, ценность ее заключается в том, что открытка должна впечатлять не без прокрутки экрана. То есть вот то, что я вот сейчас вот здесь показала вам слайд, где-то приблизительно очень коротко, очень красиво должна быть сделана открытка. Ширина ее должна быть 700-650 пикселей. Это вот, ну, самой открытки, может быть, она у вас будет в рамочке там и так далее. То есть вот где-то вот в таком виде. Почему? Потому что люди, мы уже говорили с вами, физиологическая такая основа у человека – не нужно, чтобы глаза бегали очень далеко, чтобы, ну, так, чтобы все было читаемо, чтобы все было очень комфортно. Вот что самое главное в данной открытке. Да? Дальше. Вот здесь высота 300-250 пикселей. И здесь то же самое. 300-250 пикселей. То есть забирайте совсем небольшой размер здесь и здесь наверху. Но картинки должны быть такие яркие, красивые и соответствовать должны тематике. Я вам даю сейчас типовую форму, типовой расклад вирусной открытки. А вы уже, конечно, можете, это не обязательно, но вот такой есть, как сказать, формат этой открытки, уже такой, будем говорить, практически официально, ну, установленный, будем говорить так. Дальше. Что здесь у нас в центре? В центре у нас три блока. Первый блок – это заголовок. Заголовок, там вы пишете «Поздравляю с праздником», вы там пишете, что какое-то четверостишее, буквально четверостишее. Значит, одна из ошибок вирусных открыток заключается в очень длинных стихотворениях, которые публикуются на этой открытке. То есть поздравление должно быть очень емким и очень коротким. Вот на это обязательно обратите внимание. Вот здесь. И заголовок должен быть очень яркий. Высота заголовка, вы можете здесь просто написать вот на этом заголовке, то есть поздравляю с каким-то там праздником. То есть крупный должен быть заголовок и очень такой крупный шрифт, и очень яркий должен быть, но короткое все это должно быть. То есть человек воспринимает это просто взглядом. Он увидал, он даже, может быть, толком не дочитал. Самое главное, он понял, о чем эта открытка. Дальше идет центральная часть. Вот она, эта центральная часть. Здесь ширина этой центральной части такая же, как у картинок. То есть у вас все идет в одном едином стиле, да? Но высота 650-700 – это ширина, 550-480 – это высота. Что вы здесь можете установить? Вы здесь можете поставить картинку. Вы здесь можете установить слайд-шоу. Вы можете здесь поставить какое-то видео, которое вы сняли. Можете здесь установить картинку, а внизу поставить аудиоплеер, который будет музыкальное сопровождение. Потому что практически вирусная открытка должна сопровождаться музыкой. Причем аудиоплеер должен у вас включаться автоматически. Вот это центральная часть.
Но для нас, вот вы все это сделали очень красиво, на красивом фоне, практически из всех четырех сайтов фон делается такой более-менее яркий, только у вирусной открытки. Остальные последние требования к сайтам – это практически белый фон с темным текстом. То есть минимум, минимализм такой, ничего лишнего. Здесь вот единственный сайт, который делается ярким, это вирусная праздничная открытка. Так вот, здесь вот внизу, вот над этой картинкой, очень важный блок – это ссылка на ваш ресурс. Значит, если вы отправляете, а у нас сейчас у многих еще нет такой шлифованной рассылки, мы будем делать позже, ну, буквально вот когда научимся делать вирусные открытки, сразу же начнем делать рассылку, будем делать свой инфопродукт. Такой, прям каждый раз будем по одному письму обговаривать, каждое письмо, и будем делать по одному письму. Чтобы мы это сделали, чтобы мы это все включили, чтобы у нас все работало так, как положено. Так вот, сейчас у нас здесь может быть ссылка на ваш блог. То есть, если у вас нет сейчас пока еще никакой рассылки, если у вас пока нет никакого инфопродукта, если у вас нет приглашения на какого-то мероприятие бонусное, или вы там приглашаете, ну, на какую-то бесплатную, какую-то там раздачу какой-то информации, да, если у вас этого нет, то вы просто можете сделать ссылку на свой ресурс. Ну, например, вы вот здесь все это поздравили, все это рассказали, а здесь пишите, заходите там ко мне в гости на блог. Можете не писать на блог, можете написать просто заходите в гости. Но вот эта кнопка, она должна быть яркой. Она не должна быть грубой, но она должна быть яркой. Человек на этой яркой картинке вашей праздничной должен увидеть вот эту вот кнопку, на которую нужно нажать. И нужно в каком-то таком повелительном наклонении сообщить человеку, что он должен сделать, чтобы получить какой-либо бонус. То есть вот эта ссылка на ресурс, значит, вот это вот основной верхние вот эти вот блоки, они дают информацию о празднике, они дают информацию о вашем доброжелательном отношении к человеку, они располагают человека к себе. А здесь вы ему предлагаете аккуратненько, красиво перейти на ваш ресурс. Вот еще раз повторяю, это такая типовая схема вирусной открытки. Обратите внимание на нее, на эту схему и используйте, если у вас опыта нет. У нас есть в группе, конечно, асы по вирусным открыткам. Это такие люди, которым, по идее, должны проводить вот эти вот самые занятия, которые я вот сейчас вам записываю. Это там Наташа Сумина. Это много у нас ребят, которые умеют делать такие открытки. Но те, кто не умеет, те, кто это будет делать впервые, обратите внимание обязательно вот на эту схему. Идем дальше. Структуру еще раз вирусной открытки давайте обговорим. Значит, первое, на что мы должны обратить внимание. Вот тот фон, о котором я вам говорила, он должен быть красивый, яркий, но не более яркий, чем надписи на картинках. Не более яркий, чем сами картинки, которые у вас будут в виде хедера и футера. То есть вот тот фон, он должен быть все-таки фоном, а не таким, знаете, агрессивным такой базой, которая, ну, забивает буквально все. Только обращаешь внимание на эту базу. То есть фон должен быть, ну, приятный, яркий, но не более яркий, чем надпись на картинках. Дальше. Второй принцип. Не перегружайте картинку текстом. Человек все-таки, для него это праздник, для него это не должно быть нагрузкой читать какие-то длинные стихи. Очень хорошо идут слайды. Но слайды, идет слайд-шоу под музыкальным сопровождением. То есть вы просто поздравляете, вот как мы говорили, там вверху идет заголовок, да? А там, где можно поставить слайд-шоу, под каким-то музыкальным сопровождением. В это слайд-шоу, оно уже с музыкальным сопровождением, и вот эта вот информация, которая автоматически включается, она уже, ну, она не перегружает человека, не надо читать, он просто смотрит картинки. Вот. И слайд-шоу, по идее, не должен быть длинным. То есть где-то минута, полторы. Чем короче, тем лучше. Чем ярче, чем выразительнее, тем лучше. Дальше. Картинка, которая или вот слайд-шоу там и так далее, должна вызывать доверие. То есть
Первая задача вирусной открытки – это создание вот этих доверительных отношений. Если праздник какой-то веселый, если там у вас ну, так, есть такая возможность, то есть это вот не такой праздник, как 9 мая, конечно, потому что это вот серьезный, будем говорить, праздник, то вы можете, например, на Новый год, там, на 8 марта, вы можете там дать картинки каких-то домашних животных, которые куда-то приглашают, или какие-то они такие замечательные, что вот мимо них глаз не проходит. То есть домашние животные вызывают очень большое доверие. Поэтому картинки можно подыскать под веселые какие-то праздники, можно использовать домашних животных. Кошки, щенки вызывают, ну просто такой очень хорошо пользуются, внимание обращают на это. Дальше. Вирусная картинка – это музыкальная картинка, открытка. Поэтому, конечно, нужно установить аудиоплеер. И включение должно быть автоматическим. Но только помните, что у вас может быть так, аудиоплеер срабатывает, а человек в это время, ну не то, что чем-то занят, а может у него даже кто-то дома там, ну нельзя, чтобы громкий звук был. Поэтому настройка аудиоплеера идет в средний звук. И второе, сам аудиоплеер должен быть на виду, чтобы человек мог быстро его отключить. Иначе он просто, если не найдет аудиоплеер, просто выключит вкладку с вашей открыткой. Это значит, он просто уйдет с вашей открытки. А нам этого делать нельзя. Дальше. Обязательно должны быть кнопки соцсетей. Почему? Потому что мало того, что человек отправит эту открытку своим знакомым, он еще и поделится в своих соцсетях. Это вирус. Мы это помним, да? Дальше. На вашей открытке должен быть счетчик. И вы должны мониторить свою открытку. Вы должны видеть ее, хорошо она работает или нет. Если у вас есть такая возможность, можно сделать 2-3 открытки. И эти открытки проверить, какая идет лучше. Сделать выводы, запомнить, даже, может быть, записать или скачать HTML-код и потом по схеме самой удобной, самой лучшей, самой привлекательной открытки составлять другие открытки. Гиперссылка, понятно, в зависимости от цели. Или на блог, или будем делать воронки, когда потом будем перебрасывать на продающий сайт. То есть у вас вирусная открытка, и вы перебрасываете еще на продающий сайт. То есть вы там предлагаете какой-то бонус. Или какое-то мероприятие. Вот вы сбросили вирусную открытку, и там вам бонус. Вы пригласили на такое-то мероприятие, там, замечательное, да? Или приглашаете на сайт компании, где вот с какими-то скидками продаются какие-то продукты. Ну, то есть это уже ваша, так сказать, ну, фантазия, куда вы, то есть вы знаете, где вы работаете, где вы можете заработать. Вот туда мы с вами и приглашаем, да? Ну, желательно первый раз, когда вы только доверительные отношения настраиваете, желательно, чтобы это было все бесплатно. Дальше. Не забудьте записать на открытке где-то внизу, каким-то не очень, может быть, таким крупным шрифтом, но так, чтобы он все-таки выделялся, чтобы он все-таки цеплял взгляд. Фразу, если вам понравилась открытка, обязательно перешлите ее своим друзьям и знакомым. Или там, перешли другу. Там, понравилась открытка, перешли другу. Ну, то есть смысл вот этой фразы должен быть вот таким. Это как бы толчок к тому, чтобы ваша открытка действительно была вирусной. Ну что ж, давайте, значит, подведем последние, так сказать, рекомендации. Значит, важно, чтобы ваша открытка была привлекательна, чтобы она была с хорошим дизайном, не перегруженная. Только в этом случае она будет распространяться дальше. То есть постарайтесь посмотреть какие-то вирусные открытки, посмотреть, обратить внимание, какие вас больше всего зацепили. Постарайтесь создать именно такую открытку. Дальше. Самое удачное время распространения – это за пару дней до праздника начинать уже распространять ее. Ну, естественно, день праздника. Почему за пару дней? Потому что люди уже настроены на этот праздник. Они с удовольствием принимают предварительные поздравления. Ну и надо помнить, что в России праздников огромное число. Конечно, таких праздников, как 9 мая у нас вот через день у нас будет, таких праздников у нас будет, ну, таких не слишком много, но все-таки открытку создать, открытку, например, с хорошим настроением или с хорошей погодой, или там хочу дружить, или там, ну, мы еще на эту тему будем с вами говорить. То есть вот такие вот открытки, они должны быть с днем рождения открытка. Эти открытки, они должны быть у вас все время под рукой. То есть как только хорошая погода на улице, закончился дождь,
хорошим настроением мы расправили, отправили туда. Мы будем говорить с вами еще о конструкторе этих открыток, где это можно будет сделать очень быстро. И дальше. Не забывайте, что вот переходы на ресурсы должны быть все-таки в повелительном наклонении. То жми здесь, зайди сюда и так далее. То есть вот такие вот. Продумайте это. Я знаю, что вы очень грамотные люди. Вы все это сумеете сделать правильно. Теперь такой момент. На этом я по рекомендациям по вирусной открытке заканчиваю. Это будет первое видео у нас, которое я публикую на блоге сегодня. Да? Второе видео я хотела вам создать. Видео сегодня, сейчас вот его запишу, сейчас лекцию отчитаю, запишу второе видео. Второе видео это по конструктору вирусных открыток. Конструктор очень хороший. Вы знаете о том, что у меня очень плохо со временем. Я просто зашиваюсь, практически не сплю. Поэтому я искала инструмент, на котором бы я могла очень быстро создавать вот такие сайтики маленькие. Вот сайт-визитка, который у меня есть, вот я сделала его за 15 минут. То есть 15 минут, и у меня в интернете висит сайт-визитка еще и с переходом на дополнительную страничку. То есть очень удобная вещь, я просто опробовала этот конструктор, я его хочу вам предложить. Значит, сам конструктор и медиахранилище на 5 сайтов, а этого вполне достаточно, стоит $10 в месяц. Это не такие большие деньги, но это такое большое удобство. Там абсолютно все есть. И аудиоплеер. Там есть и социальные кнопки. Там есть и стоппор с переходом на все какие-либо вам, какие нужны ресурсы и так далее. Вот сегодня я засниму это видео, покажу вам, как работает этот ресурс. Я не говорю вам всем, что прямо все должны работать на этом ресурсе. У каждого из вас есть уже в руках этот инструмент. Возможно, у вас есть какие-то другие ресурсы. Но те, кто еще не имеет никаких ресурсов, я вам предлагаю вот посмотреть, обратить внимание вот на этот самый конструктор. Ну все, всего доброго. Значит, публиковаться я сейчас опубликую, наверное, это видео, а второе видео уже после обеда. Спасибо большое, всего доброго, до свидания.